Однако найти меня было непросто, поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт, в конце концов, сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Всадники и зрители! Достопочтенные зрители! Приглашаю вас на конные скачки неподалеку от их имения! Ибо ты и свет негасимый. Угожание! Кто чародея в дому своем укрывает, тот на дно костей с ним гореть будет. Все, кто слышит, спешите к имению Фигельбуда! На Хиндерсфьяле Йеннефер и Геральт узнали, что Цири действительно вернулась на острова и вновь присоединилась к таинственному чародею. Тот вместе с девушкой отплыл на лодке в неизвестное место. Затем лодка вернулась, но только с одним пассажиром.
им было отвратительнейшее, безумное создание. Существо это попало в руки ярла, который продал его какому-то купцу в Новиграде. Это его новое племя. Ура! Чем дальше они клан Тиршев. Кровь королей. Всегда умел расположить к себе людей. Они меня спровоцировали. Ну да, я видел. Ты хотела поговорить? В императорской библиотеке я наткнулась на книгу Амоса Вар-Ипсиса, специалиста по джинам. Как говорят, он сгинул где-то на Скеллиге. Я тут пораспрашивала о нем. Некоторые этого Амоса помнят до сих пор. Известно, что с ним? Значит, он... Не факт. Зачем? Нет. Почему ты, собственно? Я помню. Думаешь, вы... Так, по крайней мере, следует из... Будь у него джин, буря бы... Возможно, у него не осталось... Ну хорошо, и... Что ты поможешь мне? Зо... Раз ты так хочешь... Спать. Вот бы мой Свен был таким героем. Вижу, ты все уже приготовила? Ну да. Откуда ты знала, что я соглашусь? Я не знала, но решила рискнуть. Веди. Хоть раз бы взял инициативу на себя. А ты бы позволила? Зависит от обстоятельств. Корабль с джином затонул где-то здесь. Не слишком определенно. Я наложу заклятие на лодку, и мы сможем понять, когда будем проплывать над островом корабля. Ну тогда за дело. Пустишь меня к Румпелю? А я могу отказать? Нет. Я не уверен, что мне нравится затея с джином. С одним мы когда-то справились, помнишь? Помню, когда Лютик чуть не лишился голоса. На счастье, его спас твой экзорцизм. Ага. Откуда мне было знать, что это значит? Иди отсюда и отымей себя. Надо было учить иностранные языки. Ты до конца жизни будешь мне это припоминать? Ты сам об этом позаботился. Я просил, чтобы мы всегда были вместе. А не чтобы ты указывала мне на все мои промахи. Будь осторожней в желаниях. А если уж желание исполнилось, прими последствия с достоинством. Да. Что до промахов, почему бы над ними не смеяться? Вы зря не забавны. Что-то здесь есть. На дне. Здесь слишком глубоко. Ты не донырнешь. Ты меня недооцениваешь. Как раз наоборот. Я даже попросила тебя о помощи. Я наложу на тебя заклятие. На какое-то время оно замедлит твое сердцебиение. И ты сможешь дольше продержаться под водой. Эсад эйх криде рихаун. Готово. Осторожней. Я не читаю твои мысли. Это просто телепатия. Кстати, тебе есть что скрывать? Если бы было, я бы тебе не сказал. Видишь что-нибудь интересное? Здесь остов корабля и какая-то пещера. Сейчас посмотрю.
мачты, доски и великое множество утопцев. Похоже, их приманили тела команды, а потом они устроили здесь логово. На носу фигура клана Друманд. Это не тот корабль. Возвращайся. Куда теперь? Куда ведет след? А когда мы найдем джип, что ты будешь делать? Попросишь новое корыто, потом высокий терем, потом захочешь стать вольной царицей? Мы по-прежнему говорим о Джиме или уже о Золотой Руке? Неважно. Оба исполняют желание. Чего хочешь ты? Скоро узнаешь. Там что-то есть. Очередной остров. Посмотрим, не здесь ли прячется наш джин. Нашел какой-то остров. Он тут давно, все доски сгнили. Попробуй осмотреться. Что-нибудь должно указывать на то, что это корабль чародея. Прекрасная работа. Что там у тебя? Военный рог с родовыми символами клана Хаймэй. Я кое-что нашел. Баклер со Скеллиги, со знаками клана Хаймэй. Это род донора. Когда этот щит здесь оказался, донор еще пачкал пеленки. Этот дракар принадлежал клану Димун. Сомневаюсь, что хоть один из этих кораблей принадлежал чародею. Это старые затопленные дракары. Тогда возвращайся и продолжим поиски. В борту застряли стрелы. Такое оперение у воинов с Фарер. Скелет мужчины. Кто-то пригвоздил его череп топором к палубе. Смерть, достойная воина Скеллиги. Судя по знакам, это воин из рода Димун. Значит, он был родом с Фарер. На этот корабль напали люди с Фарер. У тебя получается все лучше и лучше. Если бы ты помогала мне внизу, было бы еще быстрее. Я предпочитаю наблюдать за событиями сверху. Как когда мы искали золотого дракона и нас сбросило с дороги обвалом? Я держался за сорванный мост, и ты повисла меня на поясе и наслаждалась видами, помнишь? Внизу была чудесная пропасть, шумели деревья, журчал ручеек. Помню, помню. Хотя мне больше нравился вид прямо перед глазами. Странные какие-то скалы. И кажется, что-то есть на дне. Я проверю.
Видишь что-нибудь? Здесь не что-нибудь. Здесь огромный кратер, как от метеорита. Я должна на это посмотреть. Все-таки решила намокнуть. Нет, я наложу на тебя заклятие и буду видеть твоими глазами. Расслабься. Эй, суфальте бейдем. Айн эйхте ливайт. Это не метеорит. А что же? Эффект телепортации. Огромная сила срезала морское дно. То есть это разрезало поперек разрезки логически. Таким оружием так не сделаешь. Что-то перерезало эту корзину ровно пополам. Бьюсь об заклад, резали тем серебро, столовые приборы, украшенные жемчугом. Этот корабль принадлежал какому-то богатею. Амос был не из бедных. Вполне возможно, это его корабль. Нет, это определенно тебе понравится. Что? Половина печати. И правда? Возвращайся наверх. Только половина. Она хоть как-то поможет? Я попробую локализовать другую часть. С точностью метров до 20. И где вторая часть, там должен быть и джин. Вот именно. Ты готов? Я перенесу нас на счет 3. Нет, только не портал. Не ной. Раз, два... Три! Ты сказала на счет 3. Ну да. Так, теперь давай осмотримся. Ян, не спеши. Сначала объясни, чего ты на самом деле добиваешься. Зачем тебе этот джин? Ты уже знаешь, сила джина бесценна для чародеев. Именно поэтому я хочу узнать, как ты собираешься ее использовать. Ты не стала бы тратить столько трудов просто так. Да, это важно для меня. Очень важно. Сколько это продолжается, Геральт? Все это между нами. 15 лет. 20. Мы расходимся, сходимся. Нас будто притягивает друг к другу. А я все еще не знаю, настоящее это чувство или просто шалость джина. А, вот в чем дело. Ты про мое последнее желание. Ты попросил джина, чтобы мы всегда были вместе. А я хочу отменить это желание. Зачем тебе это? Чтобы узнать, что случится. Будем ли мы по-прежнему важны друг другу? Или станем чужими? Я тоже много раз думал об этом. Вот видишь? И теперь мы в шаге от того, чтобы узнать правду. Пойдем, обыщем корабль.
чудак, этот Амос. Он пожелал, чтобы Джин перенес пол корабля на вершину горы? Не обязательно. Джинны по природе злобные и проказливые. Этот мог просто исказить желание господина. В таком случае не желай, пожалуйста, чтобы я исчез из твоей жизни, ладно? Я еще не решила, как это сформулировать. Надо осмотреть корабль. Здесь искать нечего. Ничего интересного. Любопытно. Мощь первого элемента в Джан-Батиста. Тайна тайн Агнессы из Глянвиля. Отличные ботинки. Похоже, удар о землю был столь силен, что их владельца из них просто выбило. Должно быть, здесь чародей спал. Здесь ничего нет. Здесь искать нечего. Кровь. Кого-то тащили по земле, или он сам проехал, когда палуба внезапно перевернулась. Ян, кажется, тебе стоит на это посмотреть. Что там? Это Амос. Почти как на гравюре в книге. Только с проломленной головой. Это Джин его так отделал? Нет, он бы не напал на господина. Больше похоже на несчастный случай. Когда разразился шторм, Амос, наверное, произнес желание в стиле... Забери нас отсюда хоть на вершину горы. И Джин исполнил желание дословно. Потом случилась жесткая посадка. Амоса вырвала из башмаков и швырнула о стену. А книжная полка довершила дело. Я всегда говорил, что избыток власти убивает. Если он погиб при телепортации, то печать может быть по-прежнему у него. Воля! Браво! Пойдем на палубу, я кое-что придумала. Thank you.
Отойди-ка. Что ты собираешься сделать? Вызвать Джина и схватить его? Вряд ли ему это понравится. Прикрой меня. Kein Sinn, rief Kaiste ein Gehör. Kaiste ein Disgleir, gewährt mir Kassel. Что-то с... Вы... Кай... У тебя же есть план? Ты его ослабишь, а я заключу в шар. Может, поменяемся? Чувствую, как он слабеет. Господин умер, прежде чем произнес последнее желание. Я не могу покорить тебя. Мы можем бороться до бесконечности. Или я могу тебя выпустить, если ты кое-что для меня сделаешь. Ты видишь заклятие, которое связывает нас? Только Джин может снять заклятие другого Джина. Сними его, и будешь свободен. Ты свободен! Буря утихла. Да, все кончилось. Может, сядем? Ты что-то бледновато. Вовсе нет. Ну, почему бы не сесть? Тебе уже лучше? Я же сказала, со мной все в порядке. Не притворяйся хотя бы передо мной. Бой был тяжелый. Может, не настолько тяжелый, как в прошлый раз, когда мы приручали Джина, но все-таки... Это вообще ни в какое сравнение не идет. Тогда досталось половине Ринды, а сейчас я просто устала. Спасибо, что пришел со мной.
Одной мне пришлось бы тяжко. Никогда не мог тебе отказать. Может, теперь это изменится. А ты чувствуешь что-нибудь? Ну, что что-то изменилось? Я ожидала, даже не знаю чего. По крайней мере, головокружение. Я думала, ты станешь мне чужим человеком, что я взгляну на тебя и ничего не почувствую. Но все совсем не так. Ничего не изменилось. Может, Джин нас все-таки обманул? Почему? Я тоже не чувствую, что что-то изменилось. Я люблю тебя. А я тебя. Ай, ты чего? Это чтоб не было слишком сладко. Странно. Мы делали это уже столько раз, а у меня ощущение, будто это был первый поцелуй. В определенном смысле так и есть. Кроме того, после слов «я тебя люблю» поцелуй должен казаться другим. Может, испытаем еще кое-что? У Амоса вполне уютная каюта. Геральт, не пережимай. У нас будет еще масса времени на уютные каюты. Думаю, мир не рухнет, если мы тут немного посидим. Здесь красиво. Угу. Духи Скеллиги благоволят нам. Поедем верхом. Лошадь с такой кручи не спустится. Что теперь? Ну, теперь я поеду в Изиму. Йен, то, что случилось... Было очень приятно. Давай не будем все портить и копаться в деталях. Скоро увидимся. Береги себя. Геральт? Послушай, ты можешь что-нибудь сделать с этой отметиной? Разве что расцарапать, но это вряд ли тебе поможет. Я не шучу, Йен. Я тоже. Эти символы. Это древняя могущественная магия. Я не знаю, как их устранить. Зараза. Для меня ты все равно красивее всех. Разумеется, сразу после Ламберта. Чувствуешь какой-нибудь эффект от нашей встречи с Джином? Да. И теперь жалею. Ты хочешь сказать, что... Жалею, что мы не попробовали этого раньше. Гораздо раньше. Думаешь, мы бы реже ссорились? Как раз наоборот. Зато все остальное у нас было бы более насыщенным. Вот как сейчас. Ты когда-нибудь думаешь о прошлом? О том, как ты была с дикой охотой? Иногда. Мне странно, что мы выжили. Иридин обычно не оставляет свидетелей. Он и не оставил. Когда я бежал, я потерял память. А, это твоя знаменитая амнезия. А у тебя ее не было? Только какое-то время. Когда я попала в руки имперских чародеев, память ко мне быстро вернулась. Когда ты была с дикой охотой, надеюсь, они не причинили тебе вреда? Даже если и так, то я не помню.
Все это время я была словно в бреду. Кровь и пожарище, безумная скачка по разным мирам. Все как в тумане. Но я помню, как ты за мной пришел. Как обменял свою жизнь на мою. Тогда я не успела тебя поблагодарить. Ты бы сделала для меня то же самое. Твоя уверенность так трогательна. Ты не рассказывала мне, как ты оттуда выбрался. Хотел бы я сам это знать. Иногда я припоминаю, будто мчусь вперед, а вокруг красные всадники. Следующее, что я помню, это лес у подножия Каар Морхена и больше ничего. Чего на самом деле Эридин от тебя хотел? Того же самого, чего и от тебя. Ты не помнишь? Из того, что было там, до сих пор почти ничего. Мы были приманкой, Геральт. Оба. Эридин рассчитывал, что Цири рано или поздно за нами придет, и тогда он ее схватит. К счастью, она не позволила себя обмануть. Как получилось, что ты из заложницы Императора стала его союзницей? Однажды в мою камеру пришел не тот же офицер, что и всегда, а сам Император. Он сказал, что вернет мне свободу, а императорская сокровищница будет для меня открыта, если только я исполню одну его просьбу. Тогда он сказал тебе о Цири, а ты приняла его предложение. Почему? Общая цель приводит к нетривиальным союзам. Я знала, что должна найти Цири, прежде чем это сделает Эридин. А если у кого и были силы и средства, чтобы мне помочь, то только у Императора. Кроме того, в конце концов, он ее отец. Почему ты меня не искала? Когда к тебе уже вернулись и память, и свобода? Я предположила, что ты быстро придешь в себя. И это ты меня найдешь. В твоем распоряжении были имперские чародеи, а я был совсем один. Ну, не так, чтобы совсем один. Кроме того, я знала, что ты должен был бежать. Потому что Эридин никогда бы тебя не отпустил. Мне он стер память, но вполне возможно, что тебе не сумел. Надо было учитывать и ведьмачьи мутации. Я рассчитывала, что они воспрепятствуют всем повреждениям. Я еще думаю. О чем? Кажется, я нашел твою вещицу. Этот череп украшения? Если так, стиль у тебя здорово изменился. Это оружие. Никогда не видел у тебя ничего подобного. Как ты заметил, у меня изменился стиль. Спасибо, до свидания. Эта микстура зачем? Чтобы волосы росли. А что в ней? Ты видел чертежи? Эй, ведьмак! Странный дракон. Не ищешь ли работы? Ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Амулетики? Прой.
Вронится десятой дорогой обходить. Мой Берн снова потащился к этой колдунке. Говорю тебе, она какие-то проклятия на них насылает. Лучше в те болоты не лезь. Живую высасывает. Вот и мой мужик, как вот один. Вот же бледная царя. Знает, только перед хатой сидит и в зубах ковыряет. Ничего по хозяйству не делай. Поболтать хочешь? Поищи кого другого, меня от голода тошнит. Думаешь, его приворожить? Ведьма тебе не без стока дала? Ну, дала. И взяла немного. Может, и мне к ней сходить? Как идти-то? Что с нами дальше будет? А по тропинке вдоль пруда и дальше до одинокого камня. Обойдешь его и поворачивай направо в лес. А потом только прямо. Как заметишь в лесу брошенную телегу, это тебе будет знак, что идешь куда надо. Ну, ведьму я как-нибудь найду. Большой камень у пруда. Камень есть. Теперь направо и до телеги. Остальные... Я дам тебе трав. Спасибо тебе. А теперь довольна. Госпожа сегодня не милостивая. Лучше б завтра зайти. Не судачьте про нее. Есть кто дома? Обычная мазь, ничего особенного. Обычная свечка. И куда она делась? Нечасто в Велине встретишь такие побрякушки. Нарисованная мелом пентаграмма. Она собрала неплохую библиотеку. У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла. Мило. Мне было любопытно, как быстро ты разберешься, Геральт. Я наверху. Не стесняйся. Привет, ведьмак. Тут еще. Где? Ты поглазеть сюда пришел? Нет, поговорить. Отвернись и подожди. Кейра Мец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя, сейчас я ненавижу ее во сто крат сильнее.
Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это советница короля Фольтеста. Какая прелесть! Ты сохранила ту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая ты... Я встрет... У тебя есть какие-то... Нет. И ты даже не пытал... Несколько... Я просто... Дай-ка подумать. Я тут скры... Ты огоняй... Да. Ты что, не... Как тебе роль? Кошмарно. Безграничные... Они уважают... Ты ведь давно уже... Достаточно... Выбрала страну... Я не выбирал. Император держит... Родовитый... Ну, к делу. Я ищу... Какую? Я ищу Цири. Цирилла здесь? Судя по всему, скры... Ты точно ее... Нет. И кто расспрашивал? Не так быстро. Не знаю, какая у тебя ставка. Полсотни яиц, 3 ощипанных курицы... Ставка растет с каждым твоим словом. Сколько ехидства. Ты знаешь, природа... О, ладно. Расспрашивай. Что мог делать? Я пытал... Еще бы. Но ты же знаешь... Как он назвался? Никак. Он сказал, что ему нужно от Цири? Только что они должны были... Некоторое время назад? Девушка обошла изрядную часть. Хотел бы я знать. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но... Значит, ты знаешь. Да, он сказал, что... Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже. Можем отправляться? Да, идем. Пришли. Ты уже была здесь? Нет. Я... Ну, давай выясним. Давай же! Гвеллаглан! Дикая охота. Что? Призрачные всадники? Это значит, я думала, их не существует. Но полюбуйся на несуществующее. С ними навигатор. Что? Ты можешь телепортировать нас на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт, быстрее! Не уверена, что мне все это нравится. Сейчас Кейра. Thank you.
Гейрай. 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 Успокойся, это же просто крыса. Ненавижу полукрысы. Спасибо. Ты боишься крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? Что-то мешает телепортации. Всадники теле... Да пусть у них будет... Идем. Ты что, совсем... Ты должен понять, зачем здесь дикая охота. Мы собирались навести эльф. Если они доберутся до него... Ладно, дип... Идем со мной, я... Ты всегда такой? Ну да ладно. Велаглан! Ну? Лара? Что это? Какая про... Нечто вроде... Куда она... Сообщение... Да, Эль. Да. Простень. Может, это... Твои... Так или иначе. Ну, хорошо. Увидим.
Похоже, это древняя эльфская пристань. Должно быть, так они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Осторожно. Эти маслянистые желтые испарения ядовиты. Я знаю. Не надо меня учить. Лисий строчок я узнаю. Весемир рассказывал, что когда научился накладывать игни, пошел тренироваться на этих грибах. Ха-ха, скверная идея. И как? Ну как, выжил. На молодых ведьмаках рано заживает. Как вода? Очень свежая. Ласточка. Значит, мы идем правильно. Посмотри, он очень похож на тот столб с проекцией. Зирель, не for the Slasher M. Кельпи? Нет, так Цири назвала свою кобылу. Хм. В
Гвеллаглан! Морское чудовище. Напоминает Кейрона. Геральт, что это? Очередная ловушка, чтоб меня. Посмотри, он очень похож на тот столб с проекцией. Грель, не Форда Селесер Эм. Кель? Нет. Гвелла. Рисунок лошади. Наверное, подсказка для Цири. Еще лошадь, почти такая же. Посмотрим. Кир, не знаю, что ты сделал, но все будет. Смотри, они открываются. Но вперед. Так, надеюсь, мы не за. Ну. Кажется, это ласточка. Гвеллаглан! Ужасно тихо. Это плохо? Похоже на затишье перед бурей. Не нравится мне это. Похоже на затишье перед бурей. Не нравится мне.
похоже на затишье перед бурей. Не нравится мне. Вот и все. Я знала, что мы справимся. Да? Могла бы предупредить. Стоит пренебрегать моей интуицией, ведьмак. Например, в твоем отношении у меня очень хорошие предчувствия. Во многих смыслах. А что ты сделаешь, когда наконец найдешь Цири? У тебя есть какой-нибудь план? Все зависит от нее. А ты представлял себе, как это будет? Что она скажет? Как она теперь выглядит? Нет. Прости, меня занесло. Я иногда забываю, что мы не настолько близко знакомы, чтобы разговаривать о личном. Не огорчайся, мы на правильном пути. Ой! Что, у тебя снова какие-то предчувствия? Еще какие! Вперед! Вела Атланта!